«Не доиграем, тогда выглядим» – пословицу придумали актеры драматического театра, чтобы оценить работу бойцов невидимого фронта – костюмеров. Татьяна Ананьева пришла работать в Самарский драматический простой закройщицей в 90-м году и сразу выучила. Главное, чтобы костюмчик сидел. Именно она знает, какая талия была у легенды театрального мира Веры Ершовой. Ершова, вот сколько вот я ее помню, она все время в одном и том же весе. Она никогда не поправлялась и не худела. У нее талия была 68 см. Сантиметров, но это где-то 34 сантиметра общей. Вот, вот у нее была, у Оли Шибуевой была такая талия, у Сашки Мраковой. Вот, но это та плеяда актеров, которые, вот, с которыми приходилось работать тогда. Костюмеры – это волшебницы, говорят актрисы. Именно они знают, как улучшить недостатки фигуры и скрыть изъяны, если таковые имеются. В первую очередь, что у женщины, какой недостаток? И большая грудь или маленькая грудь? Здесь за счет выреза или за счет всевозможных накладок можно увеличить грудь. Да, иногда и удивляются, кто сидят в зале близкие. Ой, милая, откуда у тебя такая красота взялась? А домой пришла, нет ничего. Разнообразие женских платьев поражает воображение. Тысячи нарядов, от которых разбегаются глаза. Сейчас посмотрим костюмы, как мы говорим, святая святых, идущего репертуара. Но, правда, это женская сторона, это костюмер, это женские гримерки. Сюда мужчинам вход воспрещен. Этому платью 26 лет. Это мое первое платье, которое я скроила в этом театре. Это платье Версанны Ершовой. И спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше». В День театра принято поздравлять в первую очередь актеров, но сами артисты никогда не забывают о тех, кто помогает им творить искусство и нести его в массы. Декораторы, монтировщики и, конечно, костюмеры заслуживают зрительских аплодисментов не меньше. Слышите этот грохот и шум? Я нахожусь в святая святых, там, где не ступала нога обычного зрителя, прямо под сценой. Над моей головой актеры репетируют очередной спектакль. Как раз сейчас актеры готовят новый спектакль «Холстомер» по повести Льва Толстого. Премьера назначена на 9 апреля. К слову, костюмов на сцене будет больше полусотни, так что работы у костюмеров достаточно. Марианна Мирная, Сергей Баскин. События.